На склоне площади Славы заработает выставка, посвященная 70-летнему юбилею Государственного Волжского народного хора, сообщает телеграм-канал городской администрации. С понедельника 15 августа выставку будут транслировать на медиа-экранах. Более 150 уникальных архивных кадров расскажут об истории легендарного коллектива со дня его основания. Как сообщает пресс-служба областного Минкульта, этот год для Волжского хора богат на юбилеи. Сезон откроется 6 октября в Самарском академическом театре оперы и балета концертной программой, посвященной 90-летию легендарного поэта-песенника Вениамина Бурыгина. Он написал более 500 песен для коллектива, многие из которых стали народными хитами. В телеграм-канале Красноглинского района Самары приглашают жителей города пройти диспансеризацию. Основная ее цель – раннее и своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги. 5 способов узнать о задолженности по налогам публикуют в телеграм-канале Куйбышевского района Самары. Для этого можно обратиться в налоговую по почте, посетить личный кабинет налогоплательщика или физического лица на сайте ФНС России, а также зайдя в мобильное приложение личного кабинета или на единый портал государственных услуг. Узнать о задолженности можно и при личном визите в налоговую инспекцию по месту жительства. Горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей запустили во всех субъектах Российской Федерации, сообщает в телеграм-канале промышленного района. В период с 15 по 26 августа специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, ранцев и портфелей, детского питания. Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальном сайте Роспотребнадзора своего региона. We'll be right back.